Так, включение. Понятно. Сейчас у нас мы на пятой книге Моисея Второзакония, Деварим. Мы на 23 главе Деварим, Китце. Сегодня у нас 8 сентября 2022 года. Это месяц Элул. Месяц Элул. Месяц Элул – это очень важный месяц. Это месяц, на котором мы сегодня трубим шофар. Где мой шофар? О, в машине остался. Шофар. Ну, такой рог вороний. Мы... Ты в том году трубил. А вот... Кстати, у тебя на саксофоне получается лучше, чем в шубаре. Ну, на саксофоне тоже так себе. Смотри, я уже давно на саксофоне не играл. Не надо. Ты продолжаешь на саксофон заниматься? Не, надо вернуться. Я, к сожалению, не очень сильно повторяю. Надо начать. Но все дело... Не знаю, мне понравилось. Ты коротенький такое выступление было. Мне показалось, что очень профессионально. Ну, по крайней мере, я фальши не услышал. Ну, я даже подмосковные вечера поиграл, помнишь? Ну, я про то и говорю. Ну. Мне показалось, что там фальшивых нот не было. Ну, с другой стороны, я, видишь, мне медведь-то на ухо наступил все-таки в свое время. Ну, у меня такая аудитория лучше всего. Когда ухо немножко придавлено, да? Когда всем нравится, все аплодируют. Все правильно. Да и вообще, я в такой среде был воспитан, где считалось, что хорошо поет тот, кто громко поет. Ну, я пою громко. Ну, давай, начинаем. Значит, прошлое, смотри, Китце, это Виктора любимая глава, так сказать. Моя была до этого Шафтим любимая. Мы проходили, значит, результаты правила поведения на войне, что если в плен берут, как с городом осадим. Мы, по-моему, остановились на 23 главе. 23 или 24? Мы остановились на 23, подошли к разделу. Не бери с брата твоего проценты ни с серебра, ни со съестного, ни с чего-либо, что может отдавать в рост. Вот. Чужеземца можешь брать проценты, но с брата твоего не бери. И ты в прошлый раз сказал, что объяснишь, как обошли этот закон. Еврейские банки. Обошли этот закон каким образом? Конечно, это можно по-разному на это смотреть. Это может это просто как бы лицемерие какое-то или что. Но в любом случае, обратил внимание, что с практической стороны, к сожалению, люди не перестали им пользоваться, и коммерция остановилась. То есть государство не могло функционировать. И Хилел, второй Хилел, по-моему, он сделал такое, называется призбол. Называется призбол. То есть человек... Подожди, я не... Ну, ладно, может быть, сосредоточишься, потом скажешь тогда. Неожиданно тебя на эту тему попытался настроить. В общем, нашли какие-то... Вот банки дают проценты, но нашли такое, как будто бы это не процент на самом деле, как будто бизнесный вход, как партнерство. В общем, то, честно тебе сказать, я не знаю точно, как это делается. Но сейчас проценты берутся. Ну, короче, они обходят эту заповедь. Обходят эту заповедь каким-то. Так я думаю. Я точно не уверен, как это делается. Но по территории это проценты не надо. То есть человеку нужны деньги, вдаешь ему деньги. Но он должен отдавать, если он дает зам, он дает, но без процентов. Так по Торе. Так, давай. Так, дальше давай. Потом какие... Ну, дальше, обожди, давай мы вернемся еще к прошлому занятию нашему, давай. К прошлому уроку. У меня вот осталась тема не совсем, мне не то что понятная, а как тебе сказать, у меня есть внутреннее предчувствие, что я ее не совсем правильно понимаю. Слов у меня для объяснения моего предчувствия особых нет. Вот. Ну, я попробую изложить суть дела. Речь касается, когда взяли в плен чужеземку. Ага. Вот. И для того, чтобы на ней жениться, ты должен ее посадить в комнату свою, поменять ей одежду, побрить наголо, ногти не давать стричь, мыться не давать. И она должна только молиться и плакать по поводу погибших родителей. Да. Вот. Год назад, когда мы проходили вот эту тему, эту главу, и вот именно вот это, ну не статья, как она называется, а этот стих.
У меня сложилось впечатление, что это делается для того, чтобы она стала грязной, некрасивой, и мужчина не захотел с ней жить. Разлюбил ее, увидел ее в грязном виде и разлюбил. Вот внутреннее мое несогласие с этим прошлогодним моим же убеждением появилось. Недаром есть поговорка. С милым или с любимым в шалаше рай. И если человек любит другого человека, то он не будет смотреть, в каком она состоянии физическом. Может, приболела, может быть, не смогла помыться, может, у нее проказа появилась. Не бросает и все равно продолжает жить и продолжает любить. Значит, здесь корень кроется не в том, чтобы он посмотрел, что она страшная и не захотел с ней жить. Здесь, с моей точки зрения, это забота Всевышнего о... Ну, не о душе, а о том, чтобы я не растрачивал себя понапрасну. То есть жил с женщиной, которую полюбил. Вот это и есть испытание любви, если у нас обоюдные чувства друг к другу. Тогда и дети получатся хорошие, здоровые, и семья будет крепкая. А дети хорошие в каком случае бывают? Когда семья крепкая, когда в семье взаимопонимание, когда... отец уважает свою жену, ребенок это видит, он будет уважать. А вот чтобы этого не случилось, то есть это забота Всевышнего о моральном духе еврейского народа. Не всего, а того еврейского, той его части, кто, скажем, захотел, прям взял и захотел жениться. То есть за месяц это как бы испытательный срок ему. За месяц человек должен... понять, любит он ее, чувство у него, или это у него похоть, или ему просто захотелось, долго женщины не было. Mm-hmm. Это все равно, что обручение. Вот обручили с кем-то, то есть это месяц испытательного срока. Если не любишь, так что жениться на ней? Если ты видишь, что она грязная, то у тебя нет к ней никаких чувств. Ведь любят человека не только за физическое его состояние. Крепкие семьи получаются, когда духовная близость есть у людей. Вот я сейчас смотрю на этот вопрос вот таким вот образом. Не знаю, правильно смотрю или неправильно, не знаю. В том году было все проще. Ну, конечно, каждый раз мы немножко дальше это проанализируем. Но смотри, мы немножко говорили, по-моему, об этом. Всего понятие любви. Это очень субъективное понятие. То, что мы сегодня понимаем, западная цивилизация, мы, в смысле, западная цивилизация, понимаем любовь, это не то, что такое любовь. Это не то, что было, Тора не так понимает любовь. Тора нет такого, что зашел в ресторан на стаканчик пива, через прилавок стоит красавица, ты к ней подошел, и через два дня женились, и потому что я в нее влюбился. Тора в такое не идет. Вот я тебе скажу один раз, я слышал такой шиюр, один рав говорил, такой интересный парень, ему лет, наверное, 75, может быть, 80, даже не знаю сколько, он 50 лет женат, и он говорит, смотрите, а какой я могу совет дать? Вот я когда женился, в принципе, по нашей религии, не по западной религии, когда человек рожден, и он занимается работой, идет в школу, потом работает, все. Выходили замуж и женились относительно в раннем возрасте. Там 15 лет девочке, она уже была жената в то время. 16 человек мальчику... Замужем, не женатый, а замужем. Замуж, 16 человек мальчику, они женились рано выходили замуж, женились. Потому что идея была такая, Тора говорит, тебе нужно женить, по Торе нужно жениться и создавать детей, чтобы цивилизация наша еврейская продолжалась. Вот самое главное. Тора не говорит, что нужно там, что такое любовь. Поэтому он говорит, девочка растет, она занимается чем, там девочки занимаются. Она с мамой проводит много времени, с бабушкой, в семье проводит время, помогает маме по хозяйству, мальчики помогают папе по хозяйству. Они живут нормальной жизнью. Как мы с тобой говорили, по сельской местности. Вот у меня мой хутор, у тебя твой хутор, ты занимаешься столярным делом, я занимаюсь там ремонтами труб, и все вместе собираются. Вот такая была жизнь. Мы часто с тобой говорим, какая идеальная жизнь. Так она и была. И девочка знает с самого раннего возраста, ей нужно выходить замуж. Она хочет выходить замуж. Она представляет себе счастливую жизнь, такая, когда сейчас видит. Она одна из 10 детей. У нее, у папы с мамой 10 человек, она шестая.
И у мальчика то же самое. Большая семья. Она знает, вот так нужно жить. И мальчик то же самое. Они знают, вот так нужно жениться. Не то, что я сейчас пойду, если я влюблюсь кого-то, найду хорошего человека. Нет. Я даже так и не думаю, потому что совсем другое время. Родители сговорились. У меня есть сын, у тебя есть дочь. И такие браки были. И они, как ни странно, жених и невеста себя друг друга могли и не видеть до того, как их обручили. Не-не, они вот. Должны быть... А семьи получались крепкие. Они должны, да, но они должны были видеть. Конечно, это, их сватали, все это было, но они должны сватали, видеть. Сватали, это было. Я знаю, что кое-где, вот я тебе про Петю Берензона говорил. Их сосватали родители. Сосватали. И у него, насколько я понял, у него счастливая семейная жизнь была. Ну, и хорошо. Она была рада Пете, и Петя был рад ей, во-первых, как сыр в масле катался. Без согласия девочки ее родители выдать замуж не имеют права, кто ли? Наверное, так. Но много, ты знаешь, случаев, если это старая семья, староверы или, скажем, еврейская семья, которая ортодоксы действительно настоящие, не так, как мы там с тобой, а кто там будет слушать ребенка? Слушали? Что сказал папа, и что сказала мама, так и будет. Так и было, это не по Торе. По Торе ребенок, девочка скажет, мне он не нравится, все, разговор закончен. Не знаю, у тебя, конечно, информации больше, потому что ты больше читал. Я знаю, как в жизни делали. Делали так, не по Торе. Конечно, был такой, отец такой, как я скажу, так и будет, так и делали. Делали не только евреев. Практически возражений не было. Вот я о чем говорю. Возможно. Я не знаю, не было. А их и сейчас нет, если сватывают. Если сосватывают, и сейчас нет возражений. Из 100 раньше, может быть, был один случай, а сейчас из 10, может, 5 случаев возражений. А в основном не возражают. Хорошие семьи получала, слава Богу. Я тебе просто говорю, что все это сватовство правильно, но девочка имеет право сказать нет, и все. Имеет право уйти от мужа. Не уйти от мужа, не выйти замуж. Хорошо. И уйти имеет право. Если уже замужем она. Уйти не имеет права. А если муж не кормит, если муж не одевает его. Ты меня не сбивай. Это я читал вот именно в тексте самой Торы. Вот три условия, да. Они выполняются, женщина может уйти, развернуться и сказать, я с ним жить не буду. Совершенно правильно. Не кормит, не одевает и интимной жизнью со мной не занимается. Я согласен с тобой на 100%, но я просто говорю, что если девочка во время сватовства не соглашается, свадьбы не будет. Не было свадьбы. Конечно, наверное, я так говорю о том, что вряд ли возражали. Это предположение, твое предположение. Если возражает, а мое предположение, а я думаю, что в крепкой семье еврейской, там, где папа, мама уважают друг друга. Вряд ли дети, если выполняют Тору, родители и дети, вряд ли дети возражали родителям. Я согласен с тобой, потому что если они сватывались, они уже находили таким образом, что возражать нет смысла. Все было выбрано вот, так. Вот один пастух, другого нет. Все, она сама понимает, что нет, если откажется, это, во-первых, возразить родителям, не исполнить их волю, это уже грех, по сути. Это может быть, на практике было, по Торе это не так. По Торе родителям грех, она должна делать, как и папа говорит с мамой, но если ее выдают замуж, если ей жених не нравится, она имеет право по Торе сказать, папа, Хорошо, я согласен. При всем моем глубоком уважении, я тебя очень люблю, я не хочу тебя разочаровывать, но он мне не нравится. Вот не нравится, у меня к нему все. Вот, и подошли к самому главному вопросу. Сам ты меня подвел к нему, а я потихонечку тебя подталкивал. То есть, два человека разного пола сходятся не только из-за необходимости завести детей, должна быть духовная, душевная связь между ними. У животных это на уровне
феромонов, или как они там называются, они через нюх определяют, вот с этим животным я могу родить нормальных, так логику животного объясняю, нормальных щенят, или там лисят, или баранят, и так далее. А на уровне человека, если духовной этой связи нет, ну, нюх так не работает, но есть другие чувства у человека, как интуиция, настороженность. Возможно, у него в подсознании возникает вопрос, что я не смогу с ней иметь детей, здоровых детей. Генетически мы не подходим друг к другу. То есть любовь – это не так просто. Это не просто слова, которые я придумал, красивое слово и сказал. В основе любви лежит химия. Потому что я изучал, такого не было. Это может быть в современном обществе, может быть, там 100-200 лет назад ничего было. А по Торе, на большую часть нашей истории такого не было. Она его не видела настолько, чтобы у него вышло, у него не было возможности появить какие-то духовные силы. Она его просто видела. А вот Всевышний позаботился, взял в плен, и месяц пусть она сидит здесь. Если у вас духовная, я вопросу подвожу. Я не вообще брак, именно к этому. Поэтому же я же говорю, что совсем другая ситуация. Когда вот Тора говорит, что девочкам и мальчикам нужно жениться евреи на еврейке. Все. Да. Кроме того, все. Идеалы какие? Практически она тогда могла отказаться, если действительно не то, что она там что-то мне кажется, что он меня не понимает, не уважает. Они не доходили до такого момента, чтобы они только через 2 года жизни поймут, насколько у них там духовно. И с этим может они находили образ с этим мириться. Они в таком случае, как правило, она не вышла замуж. Если вот действительно ему там 92 года, ей 18. И у них это раз. А во-вторых, через какое-то время начнут рождаться дети. И дети будут генетическими изъянами. А вот это, чтобы этого не было, на уровне генетики как раз и работает у человеческий организм. Он одно торгает, а другое любит. Вот это я могу создать. Таких ситуаций практически не было. Было очень редко. Женщина имела право отказаться, но, как правило, все общество было такое, что в семьях много детей. Ну, хорошо. То есть весь государь возьмем 3000 лет назад. Давай. Тема такая, она дискуссионная, и ты прав. И я, может быть, не могу четко выразить свои мысли, у меня где-то в глубине души есть сомнения в твоей правоте, есть сомнения в своей правоте. Это не то, что спорное, она чисто теоретическая. Конечно, тема. Вот давай, чтобы... Я об этом не спорю, я просто говорю, чтобы... Чтобы от нее уйти, я к сегодняшнему дню перейду, просто хочу сказать, мне очень везет, я попадаю очень часто в семьи, о которых мы с тобой мечтали. Когда бабушка имеет рядом с собой каждый день внуков, она вводит в школу, она вот, как я сегодня заходил к одной женщине, пенсионерке, она сама работает, дочка работает, один внук в школу ходит, а второй внук в садик еще. Вот я там, пока у нее был, я там кое-что делал, работал у нее, но знаю ее довольно давно. Вот. Она за это время с внуком уроки сделала. Потом говорит, сиди, я повела в музыкальную школу на фортепиано и на гитаре, она увела. Через час сходила, забрала, повела в художку. И вот эта вот карусель у нее с внуками ежедневная, она практически не меньше, чем мама, общается с внуками и с детьми. Вот. Это то, о чем мы с тобой мечтали. Ну вот мы об этом и говорим, что... Все общество построено на том, что, в принципе, 3000 лет назад большие семьи, вот это там 8 детей в этой семье, 9 такой, нету недостатка. То есть когда брак происходит по очень хорошему состыкованию. Они похожие семьи, похожие интересы, им семья 99% получается нормально. То есть вся идея Тора какая говорит? Тора говорит, нужно жениться евреям на евреях. На неевреях она не разрешает жениться. А тут ситуация получается какая? Идет война. И война идет с неевреями. И он увидел красивую девочку. Он там 2 года, может быть, там на войне, дома не был. Конечно, он с женой уже сколько времени, с женой не общался. Увидел красивую женщину, у него чувства воспылали.
То есть у него теперь с ней контакт идет. Не такой, как классический контакт должен быть, когда их женят в нормальной ситуации. А у него просто уйдет чувство, разыграли, и поэтому Тора говорит, в такой ситуации Тора должна сделать все возможное, что их брак не состоялся. Все возможно не состоялось. Или если состоялся, то состоялся по любви. Не по любви, ты называешь любовь. Я назову так, по духовной близости. А духовной близости практически у них есть, конечно, шанс, но практически нет. Он приходит... Кто его знает? Точно знаю. Он приходит, он солдат с еврейской семьи пришел, и он воюет с кананскими, с идолопоклонниками. Она идет в семье, где они идолам поклоняются, жертвы детей приносят. Вот к чему, какой культуре она привыкла. Что у них есть общего? Если не общее, то физически они друг друга нравятся. Общее у них Адам и Ева. Адам и Ева, а всего остального вообще нет. У них нет... Культура совершенно разная, традиции совершенно разные, понятия на жизнь совершенно разные. Тора предостерегает такую ситуацию. Тора говорит, конечно, если возможно. Если бы Тора говорит, это невозможно, сказал бы, нельзя жениться. Тора говорит, хорошо. Значит, здесь все равно допускается. Раз вот эта процедура вводится, месяц ждать, значит, брак в принципе допускается. Брак, да, то есть брак допускает, говорит, шанс на это очень маленький. Сделает все возможное, чтобы брак не состоялся. Но если действительно она перейдет, по идее, в еврейскую религию, в еврейскую, если за месяц, это не так много времени. Но если так получится, тогда она перейдет, примет иудаизм, и они тогда женятся. Но я не знаю, я лично думаю, что я не знаю, какие статистика. Я думаю, что 90% таких заканчивались тем, что она уходила домой. Может, у него все чувство. Это все равно, что он увидел в ресторане, они тут же прыгнули в постель, а назад проснулись, здравствуй, ну спасибо, до свидания, пишите письма мелким почерком. То есть, как правило, это солдат, у него уже чувство физическое утром прочистилось, и он все, он берет свою винтовку и воевать. До свидания, Маша. Пишите письма мелким почерком. Будь здоров. Поэтому Тора все это понимает, как человеческие чувства. То есть, если его сдерживать, невозможно сдержать. Человек все-таки человек. 2 года он без жены, и, конечно, Тора говорит, я понимаю такая ситуация. Мы не ангелы, мы не боги. Это дает ему возможность. Вот они переспали вместе. Для нее это небольшая проблема, потому что она всегда была поклонником. До того, как она его встретилась, у нее еще 20 мужчин до этого было. Для них сексуальные отношения, увидел поклонников, это то же самое, как с тобой чашку кваса выпить. Для нее это небольшая дело. Не то, что вот она была девственницей, а теперь она с ним переспала, и теперь у тебя что? И вот я тебя так полюбила, а ты меня бросаешь. Тебе не нравится вас? До свидания, ничего. Западное общество то же самое сделает. В баре встречаются... Мужчина и женщина встречаются в баре, переспали ночь, до свидания, и она его не... Если встретимся когда-нибудь, помахну рукой и скажу, здравствуй, ну как дела, все нормально, ну хорошо, до свидания. И он не сильно не скучает, она не скучает, это одноночное свидание, будь здоров. Вот у него большинство вот этих... То есть не то, что он ее там обманул, она с ним переспала, и теперь она говорит, как это нехорошо, я тебе поверила. Я в тебя влюбилась, а ты меня бросил. Какая любовь была? Он вышел, война была, стреляли, зашел в хату. Она сидит там с 5 любовниками. Он пришел, любовников застрелил. Забрал ее себе в хату. Там они переспали. Утром пошла. Ну что? Ну до свидания ваше. Я пошла домой. Так, если подумать, вот такая была жизнь у этих поклонников. Это не на монастырь солдаты попали, где монашеньки сидят и молятся Богу каждое время. И они такие нетронутые девственницы. Это идолопоклонники, это канониты, хетиты, ебуситы, это те люди, которые до этого они сжигали друг друга, там детей сжигали на кострах, занимались, у них в храме было, там в храм приходит, там 5 женщин, 8 мужчин, у них там оргия проходит. Для них это была нормальная жизнь. То, что она переспала с солдатом, для него не то, что вот какое большое событие, что я вот, это у меня... Если ты на меня не женишься, у меня на всю жизнь травма будет. Какая жизнь травма? У нее эти травмы каждый день это бывает.
Вот такая, вот такое общество. Поэтому, дорогие, с таким человеком нужно быть осторожным. Очень маловероятно, что такая женщина действительно может быть женой настоящему еврею. И поэтому она делает специальный тест. А вот если она будет некрасивая, а если она будет не такая, как ты ее встретил, она будет вроде, сейчас она пострижена, ты все равно ей нравишься? Ага. А ногти у нее не нравятся? А сидит она там, в этой самой, кофточку свою не мыла 2 недели. Нравится тебе? Да, ты прав, Ваше Величество, Господь. Я, наверное, ну, Маша Васильевна, ну, я так думал, что ты наконец-то поймешь. До свидания. Давай, вызови мне такси, я поехала домой. До свидания. Вот я думаю, почему говорю. Нету стыка. Это разные культуры встретились. История делает это как исключительный факт в истории. Не правило, а исключение из правила. И даже с исключением тоже есть какой-то механизм. Как себя вести в такой ситуации, которая практически может сложиться? Что делать? Вот Тора дает какой-то механизм. Так что ты хороший вопрос задал. Это отлично. Не вопрос, это на уровне, как тебе сказать, рассуждений. Рассуждения. Ты меня прекрасно знаешь. Я тебе голову бывает вообще по пустяку могу ломать. Вот какой-то этот, вариант. Я тебе говорю, вот этот, когда я был, слушал лекцию Торама, он говорил, что он говорит. Я знал, когда я с самого детства, так же, как мои братья, как мои все друзья, я знал, после ешивы я должен жениться, я должен выбрать себе хорошую девочку, которая будет разделять мои еврейские убеждения. А девочка растет на то же. Какая у меня мечта? Вот мне сейчас там 13 лет. Я уже, меня мама с бабушкой научили готовить. Я могу готовить, я помогаю маме по хозяйству, помогаю растить сестер младших. Мне теперь 14-15. Вот я играю с куклами и мечтаю, через год-два выйду замуж, у меня будут дети, я буду вести хозяйство, у меня будет своя кухня, как будет хорошо. Вот они встречаются, у них делают свидание. Тоже, даже ультраортодоксы тоже есть свидание. Даже тогда было не то, что они просто никогда не видели в первый раз брачную ночь. Нет, такого не было. Это было только, даже у Якова, к нам пришел, он сестер этих видел еще до того, как брачную ночь. Он видел, они знали, как они выглядят. Так у них есть свидание. Но свидание какое? Не то, что они там 2 часа ночи ходят там где-то по гостиницам. У них свидание, они приходят, сидят, они приходят, на, скажем, ну, в кафе какое-то, сидят, говорят, здравствуйте, как вам? Хайм, а меня зовут там такая. Вот они говорят, у меня было свидание, мы встретились. Я говорю, я сидел, вот мы сели, посидели, здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Так, так. А, хорошо, где вы живете? Ну, обменялись там 5 минут общими информацией. Хорошо. Ну, какие у вас планы? Она говорит, ну, у меня планы какие? Моя мечта – выйти замуж, иметь много детей, хорошую, иметь семью. Вот моя мечта. А у вас? Он говорит, а у меня мечта выйти, закончить ешиву, жениться на девушке, которая будет разделять мои чувства, будет семья. Окей. Ну, тогда что? Когда вам нужно свадьбу делать? Она говорит, когда? Ну, когда все, у меня те же самые интересы, как и у вас. Давайте будем жениться. Окей. В первый же день они согласились. Закончилось свидание. Он пошел домой, договорились с родителями. И теперь, говорит, мы 50 лет живем. У нас там 12 детей, 36 внуков. И мы живем счастливыми. И вот так, за первое свидание я сказал, что я хочу. Я не хочу по миру попутешествовать, посмотреть Австралию. Я летчиком хочу быть. А я хочу закончить институт. Быть хирургом. Нет, моя мечта – выйти замуж, хотеть большую семью, чтобы дети, внуки. А у вас какая? У меня та же самая мечта хотела. Вот они и женятся. Вот в этом вся идея еврейского брака. А западный брак – не так. Западный, сначала нужно, чтобы мне такое было, как влекло, какой-то магнетизм. Вот я чувствую, меня влечет к этому человеку. А вот к этому меня не влечет. А почему? Мы уже год живем вместе, и после года я все еще не могу понять психологически, действительно она меня любит, а может быть, она не совсем не любит, может быть, мы пойдем к консультанту, проверить наши чувства, поговорить. Это западное. Они все думают, как я себя, какой у меня внутренний магнит есть. А вот этого не было никакого внутреннего магнита. Он внутренний магнит всегда есть у всех. Конечно, если там, их там сводят с парнем, у него там, скажем, два носа и 3 уха, и голова перевернута вверх. Она говорит, я не знаю, не могу выйти из этого замуж. Но для этого действительно он был каким-то физическим, каким-то, знаешь, сам. Но я думаю, возвращаясь к нашей беседе, опять-таки, что когда эти сваты это делали, они фильтрировали это дело. Они уже делали так, что уже знали, что если они сводятся, они уже, в общем, примерно одного возраста, примерно из такой же семьи, примерно, ну, как...
он работает мясником, а она работает там бухгалтером или няней какой-то. Вот у них общие связи есть какие-то. Вот такая вот. Ну, давай, ты прав, ведь мы все урок привели на эти вопросы, но это очень интересный вопрос. Это разница между еврейской цивилизацией. Видишь, на это пустом месте. Я тебе поэтому говорил, что мне эти главы нравятся, начиная 22, 23, 24, 25, я так пока и не прочитал. Я знаю, потому что это житейские главы, и они, в общем-то, нравственные, заботятся о нравственном они состоянии человека. Да. Вот, мне это интересно. Это более мне интересно, чем процедура, скажем, как должен служить коген, проводить службу. Ты не настолько прав, но ты на 120% прав, потому что если бы я прислушался к тому, что мы с тобой говорим, если бы я прослушал вот эту лекцию 40 лет назад, я, возможно, не делал бы те ошибки, которые я делал в жизни. Конечно, теперь нет, я могу нет, сказать... Нет. Я остаюсь при том же мнении, которое высказывал тебе неоднократно. Ошибки, те, которые мы делали, мы обязаны были их сделать. Для этого и дана свобода выбора. Сделал ошибку и исправь ее. И передай своим детям или, скажем, внукам, что я совершал ошибку, раскаиваюсь, не иди по моему пути. Если его не совершать, если ты не знаешь, что такое плохо, ты не будешь знать, что такое хорошо. Это правда, но я тебе скажу, я анализирую, какие у меня были моральные... У нас была бы, конечно, другая жизнь, если бы мы жили в еврейской общине. Да? Совершенно другая, потому у меня бы сейчас, там у меня бы сейчас там было бы там 9 там детей бы, у нас и 18 внуков. Да, там другой мир. Был бы другое мировоззрение у нас, скорее всего, на 120, как ты говоришь, процентов сформировалось бы. Мы жили во дворах, где хулиганы, где футбол, волейбол, где бандиты и так далее. Морды побить. Я всю жизнь в молодость свою помню, дрался. Не потому, что я злой был, а так принято было. Ну смотри, это у нас, во-первых, у нас аналогичная, у нас с собой аналогичная история, есть какие-нибудь разницы. Но смотри, в моей семье, например, начался переход, я действовал в принципе по западной, по куда уже со студенческих лет, по западной методике, по западной манерам, не по еврейским манерам. Почему? Потому что моя мама уже не совсем по-еврейски делала, а ее бабушка не совсем. Она бы, может быть, и хотела, но условий тоже у нее не было, скорее всего. Но этот переход произошел в течение нескольких поколений, не за одно поколение. Нескольких, безусловно. Да. Но, слава богу, что не полностью был потерян. Конечно, не полностью потеряна эта искра. Да. Но поэтому, как мы с тобой один раз говорили, корабль, когда идет там по морю, и вдруг капитан понял, что не туда идет, для того, чтобы его развернуться тут же, очень трудно. Ему нужно медленно начать полный поворот, время занимает. Поэтому... Вот, и мы не могли в тех условиях, в которых мы существовали в то время, мы не могли прожить без ошибок. Не могли, нам надо было совершенно другую среду тогда. Ну, совершенно другую. Где бы ты взял такую среду, даже в Измаиле? Здесь на севере, что ли, взял бы? Одна еврейка была в нашем доме, жила Левина, семья. И Микевича еще одних знал. Все, на 3000 человек. Поэтому я себя утешаю твоей мыслью, что многие ошибки, что я сделал, я не сильно сам виноват, потому что это создалось на протяжении... Мой прапрапрадедушка, так же, как твой прапрапрапрадедушка, жили так, как Тора и говорит. А постепенно пока... Были причины. Революция, война. Можно очень много причин найти. Хорошо, что полностью не убило еврейство. Хорошо, что полностью. Но были реальные причины. Но плюс хорошо, что в конечном итоге, слава Богу, что вот сейчас, вот в 2022 году, мы сидим... И все это осознаем. А могла бы такая ситуация, что мы этого не осознавали бы. У многих евреев, у американских евреев, Витек, ты сам знаешь, 60-70% американских евреев думают, что на пути к вырождению из еврейства. На пути к вырождению.
Потому что они так же считают, как считали наши мамы и бабушки. Что главное, чтобы человек был хороший. Жениться по любви. А Тора это, ну, Тора. Хорошо Тора читать. Ну. А Тора на самом деле не то, что это какое-то промывание мозгов. Тора это это руководство. Это как, когда машина, вот у тебя станок, ты покупаешь там для строгания дерева, у него есть какая-то инструкция. Прочистит это, сделает скорость, поведет. Вот то же самое, как жизнь живет. Вот тебе, если мы не делаем по этой инструкции, постепенно мы ее забываем. А теперь вот хорошее, мы закончим на урок, полторы минуты остается, на том, чтобы на плюсе. После всего этого, вот слава Богу, как этим образом создалось, это просто только можно чуду, только Господу Богу можно принести. После всей это наше, это самое. Как у меня происходило, ты знаешь, и плюс твое влияние. Вот два события. То, что чудо произошло в семье моей, и второе событие в общении с тобой. Причины разные, но мы с тобой это корабли, которые не продолжают идти по тому же руслу, а начали поворот. Медленный поворот сделали. И надеемся, что этот поворот каким-то образом коснется наших близких, наших детей, наших внуков. Наших детей, внуков. Идите знать. Кто знает? А коснется. А я тебе скажу, коснется. Коснется, потому что они видят, мой видит, что я постоянно сижу с Торой, занимаюсь. Я буду не удивлен, что вдруг вот у тебя есть внучка, по-моему, Марина ее зовут, да, которая гимнастка. Да, это не гимнастка, а волейболистка, это в Белоруссии. Вот представь себе, в прекрасный день ты получаешь звонок и скажешь, дедушка, угадай, где я? Где ты? А я в Бершеве, я поехал, ты помнишь, Лев? Может быть. Вот я в Бершеве звоню. Все может быть. Никогда не говоришь, что не будет никогда. Во, очень возможно. А почему? Вот какие-то наши разговоры, это влияние. Надо в это верить и молиться Богу. Аминь. 15-13 секунд остается. Давай заканчиваем на это. Отличный разговор получился. Всего тебе хорошего. Удачи. Хорошего здоровья. Шаббат шалом. И до воскресенья. Бай. Что? Давай.